В Атырау больше 1000 электрических столбов пришли в негодность. Например, в одном из микрорайонов стало опасно перемещаться вблизи опор. По словам местных жителей, они могут обрушиться в любой момент. Наши корреспонденты выяснили, когда местные власти намерены исправить ситуацию. Электрические столбы на этом участке установили 6 лет назад. Сейчас они пугают жителей своим видом. На поверхности образовались огромные трещины. Есть опасения, что бетон может разрушиться. Если упадет столб и пострадает человек, кто будет отвечать за это? Просим заменить опоры. Обращаемся везде, но кругом тишина. Ответа нет ни от Акимата, ни от службы 109. Столб сынса, бала брюмру. В любой момент под этим столбом может оказаться любой из нас. Или машина, или на дом упадет, да и током убить может в случае обрушения. Такие трещины огромные. Никто не решает вопрос. 3 года назад в этом микрорайоне чиновники выявили 200 неисправных опор. На подрядчика подали в суд. Недочеты он устранил, однако после этого выявили еще 300 аварийных столбов. Но в этот раз иск Акимат проиграл. И все же до конца года чиновники обещают исправить ситуацию. Сейчас не только в микрорайоне Самал, но и по всему городу проводим обследование электрических опор. Под замену попадают 1400 столбов. Отправили заявку на финансирование из бюджета. Как поступят деньги, заменим все некачественные опоры. Специалисты говорят, это одна из острых проблем региона. К такой ситуации приводит халатность производителей. Но почему-то технический надзор не обнаружил видимых признаков некачественной работы во время реализации проекта. Поставщики изначально устанавливают некачественные изделия, потом их меняют во время 2-летнего гарантийного срока. Дальше он истекает, и уже нам приходится устанавливать новые столбы из средств местного бюджета. Весной прошлого года в Курмангазинском районе упало 200 столбов. Несколько сел остались без электричества. Сколько еще будут падать опоры, в Акимате затруднились ответить. Но их планомерное обследование уже начало. Между тем, в области их порядка 100 тысяч опор. Так что работы предстоит много. Ербул Абишев, Наталья Строкова, Асланбек Шагыров, Амантай Матенов из Атырау, Хабар 24.